Глядя на эти кадры, можно подумать, что рядом с лошадью какая-то очень миниатюрная девочка, еще растущий ребенок. Однако рост этой девочки 170 сантиметров, плюс высота шлема. А такой крошечной она выглядит только потому, что собирает истинного гиганта. Шайры действительно считаются самой высокой породой, но наш Искандер значительно обогнал многих своих сородичей, перейдя планку выше 2 метров роста в холке.